Гасим манку. Насыпаем стаканчик, столовую ложку манки. Добавляем в нее краситель на кончике ножа. Перемешиваем. Теперь капаем несколько капель водки. И размешиваем до однородного окрашивания всей манки. Вот манка вся у нас окрасила. Теперь высыпаем окрашенную манку на чистый белый листик. Распределяем ее тонким слоем и оставляем высыхать до полного такого сухого состояния. Таким способом готовим манку разных цветов. Чтобы из имеющихся у меня красителей получить фиолетовый оттенок, я сейчас смешаю синий и красный цвет в равных пропорциях. Теперь добавлю сюда манку. Ну и дальше перемешиваем, добавляем чуть водки. Также смешаем синий с оранжевым. Насыпаем манку, размешиваем, добавляем водку и мешаем хорошо. В результате получился коричневый цвет. Пушистые яйца на Пасху готовы!